Лето, отпуск для северян – особые, почти магические слова, когда они непременно стремятся на юг, где солнце, море, природа и клещи. Защитить себя и своих близких от последствий укусов опасных насекомых можно с помощью прививки. В многопрофильном медицинском центре «Губернский лекарь» предоставляется услуга вакцинации от клещевого энцефалита для взрослых и детей. Клещевой энцефалит – опасная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. В результате заражения человек может остаться инвалидом. Лечения от этой инфекции нет, но можно защититься от нее с помощью прививки. Проводится прививочка в плечо, в дельтовидную мышцу плеча. Внутримышечно делается инъекция с интервалом 2 недели или 1 месяц перед отъездом. Желательно где-то за месяц, 2 недели до отъезда, чтобы успел сформироваться иммунитет. Так как клещи обитают практически во всех регионах России, надеяться на авось крайне рискованно. Врачи настоятельно рекомендуют заботиться о своем здоровье и здоровье близких. В медицинском центре «Губернский лекарь» прививку можно сделать быстро и недорого. Записаться можно через нашу регистратуру «Ресепшн». Телефон доступен 400-510, работает с 8 утра до 8 вечера. Кроме того, мы работаем в выходные дни, в субботу и воскресенье. Вакцинация проводится у нас по предварительной записи. Вот. Записаться можно также через сайт, на нашем сайте. Стоимость вакцинации с осмотром врача 1100 рублей. Вакцинация детей проводится с 1 года. После прохождения прививки каждый пациент получает сертификат, который в случае необходимости можно предъявить при обращении за медицинской помощью в других регионах.